Мы же видим, как сейчас складывается союз, где Украина, Великобритания, США и там еще кто-то. Польша. Ну, там, да, то есть там пять стран. Да. Я думаю, что они сейчас будут делать, это чтобы не задействовать пятую статью и не принимать формально в НАТО, они будут идти путем вот таких необычных союзов. Ведь Австралия не член НАТО, если я правильно понимаю. Да. Поэтому это им даст возможность вот такие щупальца пускать, используя для своей инфраструктуры страны в этих временных союзах. Они точно так же могут там Грузию подвязать. Они точно так же могут подвязать, ну, такие шипы. Знаете, такой натовский коронавирус.